Сегодня, 9 мая, вся страна отмечает праздник День Победы, в том числе и Каспийск. С самого утра на главной площади города прошел долгожданный торжественный военный парад из 12 расчетов, вскоре после которого в городе развернулись праздничные мероприятия. Одним из объектов их проведения стала территория обелиска «Скорбящая мать». Взвод тылового обеспечения Каспийской флотилии организовал полевую кухню, где жители города смогли отведать настоящую солдатскую кашу. А по правой стороне от кухни расположились тематические площадки с трофеями поверженных противников во время специальной военной операции. В особенности мероприятие запомнилось маленьким жителям нашей республики. Сегодня мне понравилось, когда мы ходили, залезали в танки, БТР залезали, в военной технике. Недалеко от тематических площадок в парке имени Халилова состоялся праздничный концерт, посвященный 78-й годовщине Великой Победы. В нем приняли участие воспитанники образовательных учреждений Каспийска. Не пришедшие полей не в землю полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Жители города в этот день по-особенному радостны и счастливы. Этот праздник оставил у них приятные впечатления и напомнил о подвигах наших героев во время Великой Отечественной войны. Это единственный праздник, который радует всей душой. Когда у меня отец воевал, он до Берлина дошел, поэтому... Ну, словами, честно говоря, не описать этот праздник. Ну, организаторы, большое спасибо. Очень красиво организовали и технику, и музыку после. Сегодня мне особенно понравился парад, его масштабы. Я вообще считаю, что такие мероприятия нужно проводить как можно чаще для нашего молодого поколения. Это развивает патриотический дух.